Привет всем зрителям канала Мылоопт. Это распаковка посылки. Я заказала 2 ведра кокосового масла 900 грамм. Так сейчас запаковывает герметично, хорошо. Можно не переживать за целостность упаковки. Гидролат Василька беру 1 литр. Я его всегда беру. Это, на мой взгляд, лучший гидролат, у него нежный запах и у него никогда нет осадка и прочих неприятностей. Экстракт алоэ также я всегда беру, использую для ополаскивателей. 100-граммовый флакон взяла посмотреть с распылителем. Прочный, хороший, мне понравился, можно брать. Дальше гидролизат жемчуга попробовать хочу, косметику для лица. Взяла 10 бутылочек для шампуня, геля для душа. 250 то ли 300 миллилитров. Дальше. Такие эфирные масла. Так, это не эфирное. Цветочный бленд. Приятный очень запах. В прошлый раз брала, был другой аромат. Этот намного больше понравился. Масло розы Дамаск всегда беру, оно обалденное. Также очень хорошее масло грейпфрута. И 2 масла корицы, коры взяла, тоже отличное. И попробовать взяла такие пищевые ароматизаторы фисташка и халва. Халва такой характерный запах, интересный. И фисташка тоже характерный запах, сладкий. Попробую. Дальше я всегда беру эмульгатор Оливем 1000 для кремов. Такие баночки. Тиффани я взяла 10 штучек. Вот они так запакованы каждая. Баночка со вкладышем внутри. Также баночка Тиффани 15 миллилитров. Вот вкладыш такой внутри. Это очень нравится, что крем герметично упакован. Можно не переживать за целостность упаковки. И хочу сказать, баночка очень прочная, толстая. Качество отличное. Так, еще я заказала вот такие флакончики 5 миллилитров Ева. Очень красивые для духов. Также такие упаковки для духов. Бархатные мешочки красивые. И взяла 10 штучек. Флакончиков на 10 то ли 15 миллилитров, я уже не помню. Вот идет насадка, пипетка и закрутка с контролем вскрытия. Это весь мой заказ. Хочу сказать большое спасибо работникам сайта за вашу работу и желаю успехов всему штату, вдохновения, удачи, хорошего настроения и прекрасных покупателей. Спасибо всем зрителям за просмотр этой видеораспаковки и до новых встреч!